Привет всем! Я вот эти растения получила от одной знакомой. Она дала мне вот два растения, вот взрослые, одно и вот второе. Я их посадила в разные горшочки сразу, чтобы у меня было побольше цветочков. Это у меня нефролепис или папоротник. Но хотела показать такое явление. Они у меня стояли на подоконнике, конечно. Они не очень любят подоконники, потому что там батареи, они цветочки, которые живут в тропических лесах под деревьями, любят рассеянный хороший свет. Бывает, что и на солнышко, но все равно им побольше нравится такой тенечек немножко. И вот что я обнаружила. Просто я их не поворачивала, поливала каждый день, смотрела, что вот дают пасынки. Дали вот другие цветочки, я порадовалась. Но вот что случилось. Вот из поддонышка вот начали расти другие пасынки. Я даже не знаю, смогу ли я их осторожно просто отсюда. Даже не знаю, как отломать или как, они поломаются, потому что они так выросли. Вот тут то же самое, вот такое явление. Конечно, я постараюсь осторожно их вытащить, но не знаю точно, если у меня получится. Оп, один получился. Это очень хорошо, потому что вот эти пасынки, можно их просто пересадить в другой горшочек. Лучше пересадить пасынок вот такой маленький, чем большой кустик посадить или отломать, чтобы побольше сделать кустиков. Лучше пасынок взять молодой. Сейчас попробую и этот, если у меня получится. Здесь уже не знаю точно, потому что они такие маленькие, такие упругие. Если получится их вынуть. Нет, они такие. Нет, поломались. Один поломался. Другой остался. Тут еще один. Мне нужно будет их просто извлечь и посадить в другую емкость. Так интересно, что это такое. Керамзит это или это ихние корешочки. Да, это корешочки. Я такой керамзит не ставила. А, нет. Нет, это картошечка. Вот, это и значит ихний, потому что я знаю точно, что я керамзит не ставила. Значит, у них вот. Вот что это такое. Я впервые вижу, потому что я растила папирус. Папоротник, извините, папоротник. Но такого я не видела, потому что я пересаживала сразу в другой горшочек, и я не смотрела. Это на корешках. Вот, значит, отсюда и растут пасынки. Как керамзит. Тут видно, что из этой картошечки растет пасынок. Вот я одну картошку отломала, чтобы увидеть, что и вправду, что картошка, а не керамзит. Вот пасынок растет, детка, то есть это уже детка, не пасынок, растет из картошечки. Интересно. А с этой стороны я не видела такого явления, а есть и тут. Вот он. И я буду их пересаживать уже в другие емкости. Вот такое явление у меня получилось. Постараюсь уже и этот пасынок, росточек, посадить уже в другой вазончик. И я их уже размножу, уже побольше. Они мне нравятся, они красивые. Ихние листики можно делать, когда букетики делаю детям, дочке в школу.
И мне нравятся они такие красивые вообще. Бабушки, я помню, бабушка говорила, когда она идет на базар, то есть она срезает всегда листики и ложит в сумочку для того, чтобы ей помогло, чтобы купить то, что ей нужно, то есть для везения. Всем пока-пока, доброго дня, удачи всем и во всем, и везения всем.